Дорогие друзья, добро пожаловать в культурно-образовательный центр Бейджиуро. В эфире программа «Горская среда». Everybody, welcome to Gorski Wednesday Project. Я вам расскажу такое очень интересное учение про царя Давида. Царь Давид молился, чтобы он не стал слишком бедным, чтобы ему не пришлось оказаться в такой ситуации, что ему пришлось своровать и потом оказаться на суде и ложно сказать ложную клятву. И он также молился о том, чтобы он не разбогател до такой степени, чтобы начал высокомерно себя вести и забыть Всевышнего. То есть Давид Амелах, наш царь Давид, понимал очень-очень четко, что есть два разных экстрима, это и два разных испытания. Одно испытание бедностью, другое испытание богатством. Бедностью тоже тяжело. И то, и другое очень-очень тяжелое испытание. Очень мы с вами начали интересную тему в прошлый раз, это жители Содома и Аморы. И что мы в прошлый раз сказали, кто-то помнит? Это вилки. Тому говорит такую вещь очень, это трактат Санхедрин, куфтет Амудали. Аншей Содом лонит гау эле бишвиль туваши ашпиала эма кадош барву. Знаете, почему люди из дома, жители из дома, они стали высокомерны, они стали жестокие, они стали злые, алчные. Почему? Богатые. Правильно я тебе говорю? Потому что они были богатые. А почему они были богатые? Чешпия, что Всевышний спустил на них изобилие. Чешпия Аллахема Кадыш Барагу. У Макти про них написано, что у них была очень-очень хорошая земля. У них была плодородная земля. У них вырастал потрясающий урожай. У них там Талмуд говорит Маком Сапир. Аванеа, что у них было такое место, что у них камни были, вместо обычных камней у них был сапфир. Да, были, у них было изобилие драгоценных камней. Веафарот загав, у них даже у них было столько золота, как земля была. То есть они жили очень-очень богато, у них были природные ресурсы, они могли вести независимый образ жизни и не зависеть от других государств. Саудовская Аравия. Да, наверное, да. То есть они. И поэтому они стали очень быстро богатые, могущественные. Они зазнались, они сказали, что вот мы такие хорошие, и мы такие мощные, мы такие сильные, мы богатые, нам никто не нужен. И после этого они начали издавать ряд законов. То есть на государственном уровне у них появилось вот это, что нам не нужны чужаки, нам не нужны бездомные, нам не нужны бедняки, нам все это не нужно. У нас, мы не хотим в обществе видеть таких людей. Один из их законов был, это то, что они издали закон, что каждый, кто кормит бедняка, будет подвергаться смертной казни. И Мидраш рассказывает историю, что была одна девушка, которая видела бедняка на улице, и она поняла, что если его не помочь ему, то он умрет. Вот-вот. И она сделала по-умному, она знала закон из дома, она сделала по-умному, она взяла кувшин, положила воды. И каждый раз, когда она ходила за водой, она этот кувшин случайно вроде бы как опрокидывала и выказывала ему хлеб или какую-то еду и шла дальше. Таким образом она его постоянно подкармливала. Жители из дома это заметили, они говорят, вот этот бедняк, этот бездомный, он уже две недели, он уже должен был давно умереть. Кто-то его подкармливает, значит среди нас есть крыса. Вот так вот, да? И они говорят, давайте присмотрим. Они начали следить за ним. И они увидели, что эта девушка, она его подкармливает. Что ее с ней взяли, сделали? Ее подвесили, обмазали мед и поставили голову, подвесили на дерево, ее кусали пчелы, до смерти закусали. И когда она от боли умерла, когда ее кусали, она кричала, говорит, Всевышний, говорит, у него шок. Говорит, не будь слеп к моей боли, не будь глух к моей боли, говорит, докажи жителей этого города. И тогда то, что мы с вами сейчас будем читать в Торе, давайте почитаем, что я буду рассказывать. Давайте почитаем, это на страничке 77. На страничке 78. Возьмите. Они были язычниками? А? Они были язычники, да. Пока вы открываете, не хочу время терять. Сказал Господь, это на страничке 79 посередине. Вопль против Содома и Аморы силен, грех очень тяжел. То есть, что за вопль? Наступает всегда такая точка, когда переполняется чаша греха. Да, то же самое произошло в Египте, когда евреи, они, им было так плохо уже, что они вскричали, и Всевышний услышал наконец-то их вопль. Да, то есть наступает предел. Тут наступил предел, Мидраш говорит, что это за вопль был. Вопль вот этой девушки, когда она уже кричала уже от боли, она сказала, Всевышний, накажи этих людей.
Всевышний услышал, говорит, все, это конец, я должен разобраться. Как бы чаша греха переполнилась, наступило время их наказать. И я вам неоднократно цитировал из трактата Роша Шана, из Талмуда, что есть несколько вещей, которые могут поменять судьбу человека. Одна из этих вещей называется цаака. Цаака – это крик. Когда человек, он душераздирающий такой крик, искренний крик души. Да, вот такая, даже не могу сказать молитва, а вот что-то вроде как вот этой девушки. Вот этот крик. Это может быть не физический крик, а духовный крик. 100%. Хорошо сказал Эдик. Это не обязательно, что это кто-то кричит громко. Это крик души. Да? Но Всевышний может приблизиться и криком тоже. И воспоминанием о крике. Да, ну мы сейчас, да, я извиняюсь, мы говорим сейчас не совсем об этом. Я перебью, может тесно будет. А, в той книге, которую мне дал Исаак, значит, помните рассказ, там был, когда мужчина, взрослый человек умирает, и он позвал к себе людей, которые прочитали определенные статьи истории, определенные отрывки истории, и тем самым приблизил его смерть. Это правда или нет? Возможно или нет? Именно определенные места. Помните, это же про бывшего премьер-министра Израиля. Там проклятие было. Да, а здесь он попросил. Если есть проклятие, есть и антидот. Он попросил принципе то. Саша, я честно говоря, не хочу далеко от темы отходить. Ну, возможно было. Что люди молились, чтобы человек умер? Нет, он нравился. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Чтобы ускорить его, ускорить его, облегчить его мучение. Да. Очень быстро расскажу, был такой Раби Иуда Анаси, который собрал всю Мишну и ее организовал. Да? Он считается как организатор Мишны, вот то, что у нас Мишна сегодня есть. Он очень-очень сильно мучился, болел. И за него молилась целая Ешива, чтобы он выздоровел. Его служанка увидела, что он не выздоравливает, он только мучается. Он вот в этих муках, они за него молятся, как бы его не отпускают, его душу с этого мира. И она сделала так, она скинула какой-то тяжелый предмет, чтобы разбила, чтобы шум создать, чтобы в этот момент они перестали молиться, отвлеклись. И в этот момент он умер. То есть они перестали за него молиться. Прервалась молитва просто. Да, она специально прервала молитву, чтобы помочь ему умереть. И ее не критикуют за это, потому что он мучился. То есть такое возможно, есть ситуации, да? Это очень тяжелая тема. То, очень... Просто про Шарона то, что говорили, что его прокляли. Окей, не хочу уходить от темы. Давайте мы говорим про Сдом, про Амору. То есть крик этой девушки дошел до Сдома и Аморы и до Всевышнего. И вот эта жестокость здесь. Всевышний сказал, я их накажу. Кто-то мне нужен, чтобы читал кто-то. Дим, хочешь читать? Давай, Саш. Дима, читай, читай. Саш, давай. Окей. Вопль против Сдома и Аморы силен. Крепкий, очень тяжел. Спущусь и посмотрю, если не поступает так, как доносит для меня жалобные вопли. Погибель им, а если нет, узнаю, как поступить с ними. Это тут вот это интересно. Вчера читали. Это да. На прошлом уроке. Прошлый раз читали. Как вот это понять, что спущусь и посмотрю? Но мне не то, что посмотрю, если правда, что. Убедиться в том, что. Что Всевышний не видит, что ли, что нужно спускаться куда-то смотреть? Да. Тогда другой вопрос, да. У нас мы с вами, я не знаю, если вы помните, когда-то учили в начале. Там, когда было создание человека, он говорит, давайте создадим человека. Такое, ты читаешь, создаешь ощущение, как будто Бог говорит, как будто много богов, да, или там с кем-то он вместе творит человека. Есть много в Торе мест, которые они, it's ambiguous, да, они как бы могут ввести человека в заблуждение. Одно из этих мест, что человек читает, он говорит, о, неужели Бог, он такой ограниченный, что можно спускаться, посмотреть, неужели он не видит, что происходит. Я на прошлом уроке сказал, что Бог вне времени. Он знает и прошлое, он знает и будущее, он знает настоящее, он везде. Он все знает в каждую секунду. Даже прежде чем это произошло, он уже об этом знает. У него нет такого недостатка информации. Что тут Тора нас часто такие вещи говорит, чтобы нас научить чему-то. Одно из вещей, то, что она нас сейчас учит, это Бог, он собирается судить этих людей. То есть судьи, когда люди, которые выступают в роли судьи, они это читают, они должны для себя выучить следующую вещь. Что прежде чем jump to conclusions, да, прежде чем делать выводы, человек должен спуститься, как бы говорит, да, разобраться. Человек должен залезть в суть дела. И тут Всевышний пишет в своей Торе, я спустился, пойду спущусь и посмотрю, виноваты они или нет. Да? То есть к преждевременным заключению не нужно приходить. Нужно каждый судья или каждый человек, который попадает в ситуацию, в которую он должен для себя рассудить лично, он должен прежде всего разобраться. Это одно из вещей, которые мы тут учим. То, что там было, когда Бог сказал, создадим человека, там Всевышний нас учит то, что он вроде как посоветовался с ангелами.
показать, что человек, который он находится при власти, должен уметь оказать почет тем, кто меньше, чем он. Да? Он говорит, guys, let's decide. Да? Представляете, как этот CEO компании, глава компании, президент компании собирает кабинет директоров, и он говорит, давайте вместе решим. На самом деле он уже все для себя решил, но он им оказывает почет. He makes them feel like it's the, как бы, чтобы не унижать, да, чтобы, так сказать, они да. имеют участие. Да, 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 можешь. When did he create the internet? Oh, that's a good question. I don't remember. It's being discussed in the comments. Хороший вопрос. Может, спросил, в какой день Бог создал ангелов? Я не помню. По-моему, второй день, ну, я не помню. А второй не говорится же. А нет, комментарии это все. Комментарии. Окей, дальше. Саша, Хавор, пожалуйста. А. Эти люди повернулись и направились к дому. Авраам же все еще стоял перед Господом. Он приблизился и сказал, неужели со злодеями ты погубишь и праведников? Может быть, есть 50 праведников в этом городе. Неужели ты погубишь всех и не простишь к этому месту ради 50 праведников в нем? Не подобает тебе поступать так, губить праведника вместе со злодеями, чтобы одна участь постигла и злодея, и праведника. Не подобает тебе. Что-то Авраам говорит, что тут вообще происходит? Там его родственники же были, не надо забывать. Чьи родственники? Его племянник был же. Племянник хорошо, там было 5 городов, там была коалиция городов. Его племянник был только в одном городе. Ну, во-первых, да, во-вторых, он не просит спасти своего племянника, он говорит... Правильно, он все равно... Хорошо, имею в виду своего племянника. Да, он имеет в виду его племянника так и так спасают. Что, с чего начинается этот абзац? Он говорит, эти люди повернулись и направились в дом. Какие люди? Ангелы. Ангелы, да, эти три ангелы в облике человека, которые к нему пришли. Один был Рафаэль, чтобы вылечить Авраама и спасти Лота. У него это часть одной функции. Второй был Михаэль, чтобы сообщить Аврааму и Саре, как бы Аврааму хорошие новости, что у него родится Ицхак. И Гавриэль от слова Гура, это мощь, да, чтобы уничтожить дом Амора. Да, Саша? Михаэль это горский вариант Михаэль. Окей. Хорошо, Хуби. Эти люди повернулись и направились в дом. Зачем они направились в дом? Один Гавриэль, чтобы уничтожить дом, а второй, чтобы спасти Рафаэль, чтобы спасти Лота и его семью. То есть, за Лота мы не беспокоимся, Авраам начинает торговаться со Всевышним, говорит, может быть, там есть 50 праведников, 5 городов, в каждом городе по 10 праведников, если есть, говорит, ради них, пожалуйста, спасите, города не уничтожают. Разве судья всей земли не поступит по справедливости? Если я найду в городе с домом 50 праведников, сказал Господь, то прощу всему этому месту ради них. Авраам же сказал, я осмелился говорить с Господом, хотя я прах и пепел. Ты видишь, как он говорит, да, ну хия, афар вефер, я прах и пепел. Ну сказал, все-таки. Что сказал? Я свое такое мнение сказал. Может быть, кого-то мы пощадим. А почему вообще, зачем Авраам, извините за выражение, впрягается? Зачем вот как, эти ненавистники ему нужны, идолопоклонники, эти, не только идолопоклонники, они же жесточайшие люди. Можно понять, как он сказал, что среди 100 нехороших, один может хороший быть. То есть ты считаешь реально, что он только губить, беспокоится за праведника? Губить праведника нехорошо, праведника губить нехорошо. Я думаю, что если бы Авраам беспокоился только за праведника, он бы попросил бы их эвакуировать. Они же были евреи, да сработало. Авраам, опять же, вспомните Ноха. Нох 100 с лишним лет строил свой ковчег. За эти 100 лет он не про... Представляете, несколько миллионов, я не знаю, сколько людей было тогда в мире. Ну, неужели реально, кроме Ноха, никого нельзя было спасти? За 100 лет нельзя было никого убедить в том, что будет потоп, что нужно исправиться. Нох, just, he didn't care much. У него не было таких... желание, да, кого-то направить на истинный путь. У нее не было такого желания молиться за других людей. Вы знаете, мы каждый день с вами вот, мы читаем Амиду, да, 3 раза в день. Там есть такая молитва. Она 5-я по этому самому по счету. 5-я по счету. И она звучит так: Ашевейну, Авину, Литора Теха. Верни нас, Отец наш, к твоей Торе. Мы каждый день молимся, не верни меня. Да, лично, вот Ашем, я хочу совершенствоваться, я хочу расти духовно. Верни нас, Отец наш, к
к твоей Торе. Дальше продолжается. Викарвейну Малькейну, приблизь нас, наш царь, ла аводатеха, к служению твоему. Виагазирейну, верни нас, бечувашлема, полным расканием, полностью. Чува это раскаяние, возвращение к Всевышнему, лефанаха перед тобой. То есть мы, когда молимся, вот это благословение мы говорим, мы молимся не только за себя, мы молимся еще за своих близких, за своих друзей, за других членов общины, за всех евреев во всем мире, чтобы мы вернулись к Всевышнему. Хочу поприветствовать, у нас сегодня важный человек в гостях, Альберт Пинхасов. Приветствую, Альберт. Мы молимся не только за себя, мы молимся за всех-всех евреев, чтобы мы вернулись к Торе. Это то, что, отчасти, то, что Авраам делает. Он как бы просит Ашема, чтобы он их оставил, во-первых, живых. Во-вторых, he cares, ему не все равно судьба других людей. Он пол своей жизни, если не всю свою жизнь, он путешествует сначала по Востоку, потом по Израилю. Он рассказывает людям о Боге, он принимает гостей, он рассказывает людям о Творце. Он пытается людей приблизить к Всевышнему. И это то, что мы должны молиться. Мы должны молиться за себя, прежде всего, чтобы Всевышний открыл наше сердце, чтобы дал нам возможность соблюдать. Например, человек хочет соблюдать шаббат. Он говорит, Ашем, я сейчас не могу соблюдать шаббат, я не вырос там в религиозной семье, я даже не умею читать на иврите. Я там первые 40 лет своей жизни нарушал шаббат. Ну, Ашем, сейчас я хочу начать соблюдать шаббат. Помоги мне. Человек, который хочет и который просит Ашем, Ашем ему предоставит возможности. Как бы мы делаем один шаг к Творцу, Всевышний делает 10 шагов к нам. Это то, что одно из вещей, которое мы сейчас от Авраама видим. Поехали дальше. Если до 50 праведников не будет доставать пятерых, уничтожили из-за недостающих пятерых целый город? Не уничтожил. Если найду у него 45 праведников, ответил Господь. Авраам снова говорил и сказал ему, а если там найдутся только 40 праведников, не сделаю я этого и ради 40, ответил он, сказал Авраам. Да не прогневайте Господь на то, что я скажу. А если найдутся там только 30 праведников, не сделаю этого, если найду там 30 праведников, ответил он. Сказал Авраам, я смею спросить у Господа, а если найдутся там 20, не уничтожу. И ради этих 20, ответил он, сказал Авраам, да не прогневайте Господь, я спрошу напоследок. А если найдутся там всего лишь 10 праведников, не уничтожу и ради этих 10, ответил он. Кончик говорить Авраам, Господь удалился. Авраам же вернулся к себе. Два ангела пришли в дом вечером, Лот сидел у ворот с дома. Увидел их Лот, встал и навстречу, поклонился на земле. Вот тут начинается самое интересное. То есть, во-первых, закончились торги, да? Авраам торгуется со Всевышним, говорит, 50, 45, штука 45. 45, он говорит, пускай будет в каждом из городов по 9, и плюс, как бы, твоя шхина дополнит десятку. Потом говорит, нет, говорит, это не работает. Говорит, пускай 40, да? И он так далее, он говорит, если там 10 праведников нету... Его родственники были, это 10 правых праведников. Как это? Ну-ка. Вот это семья Лота, кто там был? Его там невестки или кто там был? Это вот их было 10. Ну, Исхак, он их все равно спасет. Я извиняюсь, что я забегаю вперед, но он их... Ну, я уже эту книгу читал, скажем. Я знаю, чем там заканчивается. Я просто... Но уже в данный момент мне кажется, что он даже не столько спрашивает, сколько количество людей, он просто интересуется, а на каком уровне можно становиться Бог, не уничтожая город? Меньше 10 он уже не просил, потому что... Нов сколько было? Нов и его еще три сына. Это 4. Невесты. И невесты. 8 человек было. Да? Он говорит, что это уже меньше 10. Говорит, ради них Бог не спас мир. Он понимает, что уже 10 это такая цифра, что если там 10 праведников нет, уже нет смысла просить. И он говорит, если нет 10, все, я агибал. Но все это время он пытается молиться за других людей, чтобы Бог не уничтожил. А сегодня молится. Да, то есть вот то, что Даниэль говорит, как раз ответ Исхака, что если бы Авраам не молился, то Всевышний все равно бы спас Лота. То есть вся молитва Авраама, она не за Лота, она за других людей, чтобы люди эти не погибли. Знаете, такая история есть, женщина, одну, мать-одиночка была, она растила сына своего, отдала его Ишиву, все. Очень тяжело работал на 2-3 работах, чтобы его в ешиву отдать. Один день ей звонит директор, говорит, приходите, нужно поговорить. Приходит к директору, говорит, я извиняюсь. Говорит, ну ваш сын, у него вообще поведение ужасное. Учеба оставляет желать лучшего. Мы его отчисляем. We're kicking him out. Все, он говорит, мне очень жаль.
Она так посмотрела на директора и говорит, вы не можете так сделать. Он говорит, что значит не можешь? Говорит, вот. Он говорит, он уже 3 класса провалил, 3 курса, он там подрался, там его застукали, курил за школой. Говорит, все, говорит, мы его отчисляем, я не пришел с вами торговаться, я вам сообщаю эти новости. Он говорит, вы не можете так сделать. Он говорит, почему? Он говорит, вы не дали мне возможность за него помолиться. Директор не ожидал такого ответа, он говорит, что вы имеете в виду? Говорит, вот если бы месяц назад бы сказали, что вот у него все идет под откос, я бы начала за него молиться, я бы поняла, что все очень плохо, может быть, он изменился. Он говорит, дайте мне 2 недели. Это то, что она попросила, дайте мне 2 недели. Она начала поститься, она начала плакать. Знаете, чтобы молитва женщины, женщина, когда плачет, это ничего не сильнее молитвы женщины. Она свечки зажигает, молится, говорит, Ашем, пожалуйста, направь моего сына на правильную дорогу. Пожалуйста, его окружи хорошими людьми, говорит, пожалуйста, помоги ему стать человеком. Она на него, за него начинает молиться. Он за эти 2 недели происходит столько событий, его жизнь совсем меняется. Он начинает по правильной дороге идти. Директор сам в шоке. Он говорит, ну что, оставляйте? Он говорит, пока оставляем до конца года на испытательный срок. И ее сын совсем поменялся. Опять же, родители должны молиться за своих детей обязательно, чтобы дети пошли по правильной дороге. Сколько всего может, не дай бог, произойти, сколько сейчас в мире соблазнов, сколько в мире наркотиков, сколько в мире плохого зла происходит, родители должны молиться за детей, братья должны молиться за братьев, мы должны молиться за своих друзей, так же, как Авраам молился, вообще за чужих людей он молился, чтобы Бог их оставил живых. Так же, как Авраам, he cared, да, ему было не все равно судьба других людей, это то, что мы учим от Авраама Авина, что мы, we have to care about others, и мы должны за них молиться. Теперь я вам такую историю расскажу из Мидраша. Мидраша, очень интересный Мидраша, я недавно прочитал, что Элиэзер, слуга Авраама, однажды путешествовал через дом, на него там напали и сбили, он взял человека в суд. Он приходит к суде и говорит, вот этот человек, говорит, нанес мне физический урон, у меня пошла кровь, говорит, вы должны его присудить. А судья говорит, знаешь, говорит, ты должен этому человеку 3 золотых монеты. Он говорит, это почему? Он говорит, потому что он тебе пустил кровь в медицинских целях. Он говорит, ты ему должен еще спасибо сказать. Кровопускание все, да? Да, кровопускание. И то есть. Просто я вам показать вот эту историю, показать суть Содома и Гоморры, что у них their system was twisted. Они не только плохие люди были, они это зло, они его узаконили. Барух Хашем, у нас Америка очень-очень хорошая страна, но есть какое-то зло, которое они недавно узаконили. Это гомосексуализм. Размелись, да? Уже. Но это реально, то есть пока гомосексуалисты ходят, прячутся по домам или там, это все неофициально, это одно дело. Когда это заходит на уровень закона, это уже другая проблема. В доме это находилось на уровне закона, вот это зло. Теперь, и вот это как пример. Элиэзер не растерялся, взял палку, этого судью как ударил, до такой степени, пока у него кровь не начала идти. Он говорит, о, говорит, ты мне должен 3 золотых монет. Говорит, я тебе пустил кровь в медицинских целях, говорит, кровопускание сделал. Говорит, знаешь что, говорит, не плати мне, говорит, заплати вот этому человеку сразу. Говорит. Они увидели, какой он смелый, Элиэзер, оставили в покое. Говорит, ладно, говорит, ночь придет, мы разберемся. Что они делали ночью? Ночью они всех, кто все-таки приходил к ним в гости, они делали, над ними издевались. Клали те, которые длинные были, высокие люди, они клали на короткую кровать, им отрезали ноги. Те, которые были короткие, они клали на длинную кровать, их удлиняли, растягивали. Они говорят, Элиэзер, ложись, пожалуйста, на кровать, говорит, вот у нас тут самая лучшая кровать для тебя, брат. Он говорит, ты знаешь, с тех пор, он говорит, с тех пор, как умерла его мама, говорит, он поклялся, говорит, я поклялся никогда не спать на кровати. Говорит, спасибо, я на полу посплю. Он уже понимал, что происходит. Он ходил голодный, говорит, продайте мне еду. Да, он готов был за деньги купить, никто ему хотел еду продавать. Говорит, ладно, говорит, сейчас разберемся. У них был такой закон, еще Мидраш рассказывает, что каждый, кто накормит чужого человека, пришельца, гостя, его карали публично, позорили. Как? Его заставляли голышом бегать по городу. Лейзер ходил голодный, нигде не мог купить покушать. В ресторан пришел, ему не продают. Говорит, пошел кому-то в гости, постучался, ему не дают, не продают ничего. Мидраш, да. Он приходит на свадьбу.
Гуд, о, видит, толпа идет, это поет Симон Топ, Мазл Топ идет за толпой, смотрит, там стол накрыли, плов, шашлыки, все, это виноград, вино, все. Сел заряд сбоку, сидит, кайфует, кушает. К нему смотрит чужой человек, говорит, ты кто, говорит, такой? Кто тебя пригласил? И Лейзер не встрелялся, говорит, вот он. Который человек рядом с ним сидел, на него показал. Они на него показали, ты его пригласил? А он испугался, говорит, думает, все, сейчас его будут позорить, публично заставить бегать голышом. Он говорит, не-не-не-не-не. Встал, быстро убежал. И Лейзер подвинулся на еще одно место. И у него опять спрашивают, кто тебя пригласил? Он говорит, он меня пригласил на следующий день. Вот так он, говорит, весь стол освободил, говорит, сидит, уже наелся, говорит, ну ладно, говорит, пойду я потихонечку. Вот так, вот. Это, конечно, история смешная, но она показывает, опять же, суть с домом Амора, что вот в этих городах люди настолько, они были алчные, настолько богатые и опьяненные своим богатством, что они не просто не хотели никого пускать и ни с кем делиться. Давайте дальше прочитать. Вы классный, я? Прошу вас, Господи мои, прошу вас, господа мои, сказал он, сверните в дом раба вашего на ночлег. Вы омоете ноги, а поутру пойдете своей дорогой. Нет, отвечали мне, мы лучше заночуем на улице. Вы знаете, на какой риск идет дом? Вы понимаете, что если человек примет гостей, что с ним могут сделать в доме? И смотря на это, Лот, он идет, и он их приглашает. Откуда, во-первых, у него это, от кого у него пошло, так как вы думаете? А? От Авраама. Много лет жил с Авраамом. А как говорится, с кем поведешься, от того наберешься, да? Очень-очень наши мудрецы много говорили о том, что очень важно выбирать правильных соседей, правильных друзей, потому что те, с кем мы общаемся, те, с кем мы живем, хочешь не хочешь, мы от них набираемся. Мы от них набираемся хороших качеств и плохих качеств. Лот столько лет прожил с Авраамом, что он впитал в себя вот эту меду, вот это качество гостеприимства, что он готов рискнуть собственной жизнью, чтобы принять гостей. Нет, отвечали мне, мы лучше заночуем на улице. Но он настойчиво их упрашивал, и они свернули к нему. Вот это очень интересный даже момент, что они отказывались. Но зачем они отказывались? Потому что мы наказали его. Ну хорошо, но в конце концов они же согласились. Проверить. На что проверить? Реально он хочет позвать. На самом деле, ну, что-то в этом роде, что Ашем ему хотел Мизакеева, он ему хотел дать возможность заработать себе награду, да, как бы заработать себе на спасение. То есть он не только их приглашает, они отказываются, он еще настаивает, чтобы их принять. Да, то есть вот этот момент такой немножко, он ему делает немножко это тяжелее, выполнить эту митцву, чтобы его удостоить спасения. Дальше. Angels, yeah. Добро пожаловать. Они зашли в его дом, и он устроил им пир. И испек пресный хлеб, и они поели. Они еще не легли, как жители города, люди с дома окружили дом. И от отрока до старца, весь народ со всех концов. Кликнул Лот, они сказали ему, где эти люди, что пришли к тебе этой ночью? Выведи их к нам, и мы надругаемся над ними. О, ты тоже, они, понимаешь, они еще изнасилуют хотели. Mm-hmm. Теперь, во-первых, как они узнали о том, что у Лота гости там? Хорошо, ты мне говоришь, да? Есть такой мидраш тоже, что вообще, как Лот оказался там, он женился на девушке из дома. И он ей говорит, давай, типа, гостям поставь соль на стол. Она специально все не соленое делала, чтобы им неприятно было кушать, чтобы скорее ушли. Он говорит, поставь соль на стол. Он говорит, ты со своими обычаями еврейскими, своими чужую культуру в наш город привез. Говорит, хочешь соли? Говорит, у нас дома нет соли. Говорит, ладно, я тебе найду. И она пошла по всем соседям, по всему городу, всем говорит, у вас соли нет случайно? К нам гости пришли. И она вот так вот всему городу рассказала, что уже через короткое время весь город уже знал, что у них дома гости. И, конечно, они все собрались, сейчас будут Лота наказывать. Лот вышел к ним на порог и затворил за собой дверь. «Прошу, братья мои, — сказал он, — не делайте зла. У меня две дочери, которые еще не знали мужа. Я выведу их к вам и поступите с ними, как захотите». Вот это вообще непонятно. Да? Да. Что происходит тут? Ради гостей, после начала.
Меня принимают гостей, получается. Здесь немного больше, чем это. Это не то, что честно говоря. Что тут, Азик, расскажи? Я не знаю, что. Что тебя смущает, Азик, скажи? Смущает то, что как он знает, кто эти люди. Просто, может быть, какие-то странцы, которые пришли, устали, что-то. Он надо поможет, он спокойно. Ну хорошо, но это же гости его, да? Каждый, кто заходит под сень моего дома, под кровь моего дома, что я должен. Я за него ответственный, нет? Ну, самое пищи. А? Значит, если он дает своих дочерей, значит, может договорить мне, что они убьют их, правда? Ну да, да, не просто убьют, но точно они как бы хотят изнасиловать этих мужиков. То есть, лот говорит, вот лучше возьмите моих дочерей. В общем, вы правильно возмущаетесь абсолютно, потому что тут показывается, что неправильно немножко расставлены приоритеты. Да, что те, которые наши дети, наша семья, это самые близкие нам люди. И даже как бы ради гостей лот не мог на такой пойти шаг. И Мидраш говорит, держит, наверное, на свою честь просто, что раз за гость, он в ответе, он right, стоит, ну, на это. Так он и рассуждал. То есть он отдает членов семьи, чтобы оставить... Ну, так он и рассуждал, но это неправильно, опять же, это опять неправильно расставленный приоритет. Члены семьи, они должны быть перед гостями, это люди, которые самые близкие на первом месте. Теперь Всевышний сказал, говорит, ты типа так легко... Сказки для семьи. Легко так готов отдать своих дочерей, непонятно кому, непонятно на что, говорит. Я клянусь в твоей жизни, что ты, эти дочки достанутся тебе. И мы увидим дальше, что так и произошло. Может, он решил, он тоже рассказал, что Авраам был сыном, когда он пошел его убивать. Сыном был? И? Ну, когда он пошел убивать, он был его зрелитель сына. Ага. То есть ради Мицвы? Да, надеюсь на то, что... Окей, мы еще не дошли до туда, но Азик уже хороший вопрос задает. Но это не мицва в любом случае, отдавать своего ребенка взамен гостей. Не мицва, он, может, надеялся на то, что, сделав это, он их спасет и гостей спасет. Да, то есть он надеялся на то, что те передумают его дочерей насиловать. Да. Не, он надеялся на то, что Бог сделает мир, как сделал... Я хочу тебе сказать, немножко поправить, что Авраам не рассчитывал на то, что Бог сделает чудо. Авраам готов был убить своего сына. Я понимаю, он не рассчитывал, но это же случилось позже. Right. Нет, мы еще не читали то, что Авраам своего сына жертву принесли, мы читали еще. Мы еще даже не читали о том, что как Ицхак родился, или читали уже? Не читали еще. Если бы он не отдал бы дочерей, а отдал бы гостей, как бы картина развивалась? Не очень, наверное, красиво, потому что они собирались всем сделать. Спасли бы они его или нет? Ну что, не знаю. Это в каком нужно состоянии ментально быть, что с ним начинает так общаться? А еще он просто наркоману. А если таки не да, ну, он хороший был, что ли? Он потом не жалел, что там ментально. Давайте дальше пойдем, Саша, давайте дальше пойдем. У нас совсем мало. Ну тебе сказали, а ну-ка прочь, добавили. Пришел тут один пожить, а уже судит. Мы тебе сейчас сделаем еще хуже, чем им. Они очень сильно напирали на него, на лота, и поступили, чтобы выломать дверь. Но те люди в доме простерли руки и втащили лота обратно к себе, а двери заперли. Людей же, которые столкнулись у входа в дом, они поразились слепотой. Велика, так что те измучились в поисках входа. Они начали чудеса творить, заперли двери необычным образом, да, это лишили их зрения. То есть уже пошло-поехало. Гавриил уже вступил в свои права. Да. Пошел макар. Сказали те люди Лоту, кто еще есть у тебя здесь, в этом городе? Зять, сыновья, дочери. Всех, кто есть у тебя в городе, уводи отсюда, ибо мы уничтожим этот город, так как силен вопль Господу против него, и Господь послал нас его уничтожить. Лот вышел и поговорил со своими зятьями, взявшими его дочерей. «Вставайте, уходите отсюда, сказал он, ибо Господь уничтожит город». Друзья подумали, что он шутит, а лишь только взошла заря, ангелы стали торопить Лота. «Вставай», — сказали они, — «бери жену и твою дочерей, которые в доме, чтобы не пришел к тебе, и тебе конец за грехов города». Да, сколько у него дочерей было? 4. Ага. По тексту 4. Если мы дальше, что вот эта девушка, которая кричала, которую убили, это что тоже его дочка была. А он все мирил, тогда эти люди схватили за руку его вместе с женой и двумя дочерьми, и поскольку Господь жалился над ними, повели его и оставили вне города. Когда они вывели их прочь из города, один из ангелов сказал: «Спасай свою жизнь,
не оглядываясь назад, не останавливаясь нигде на равнине, спасаясь в горах, чтобы тебе не, погибнуть. О нет, Господи мой, господа мой сори, ответил им Лот, раб твой угоден тебе, и велика милость, которую ты оказал мне, пощадив мою жизнь. Но я не могу бежать в гору, вдруг настигнет меня беда, и я погибну. А вот тот город достаточно близок, чтобы добежать до него. Он велик. Побегу туда. Он велик, и там я спасусь. И в этом уступлю тебе, сказал. И в этом уступлю тебе, сказал он ему. Не разрешу город, о котором ты говоришь. Беги туда скорее, ибо я не могу ничего сделать до тех пор, пока ты туда не пришел. Поэтому город и назвали Цоар, Малый. О каком городе мы говорим в данный момент? Цоар. То есть там был вот один из этих пяти городов, то есть дом это был как столица в регионе, а Цоар был маленький город, невеликий город. Или Завеская, это там, где Мертвое море, это там все это происходило. Хорошо, я думаю, что мы сейчас тут остановимся, помолимся Аравид. Аллах хакасу манзит гой, агир турав, ядир гада, виткадар шмирава. Аминь.